слов для истории. Давай. Скажите, какая, как вам? Какая это? Это не важно, какая. Красноярская? Нет. Осетинская? Это не важно. Всемирная? Да. Всероссийская? Да, 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 да. Расскажите, как вам чемпионат, как вам место, были вы здесь раньше? Я первый раз в республике Тува. Угу. Это наши братья тувинцы, потому что мы все язычники, тенгренство, шаманизм, одно и то же. И Субедей наш самый старший брат богатырь. Оттуда мы север пошли за алмазами, а здесь юг пошли. С золотом остались, да? Да. Чемпионат мне понравился. Чемпионат подготовились хорошо, старались, и без всяких этих пошло. Достойно победили, я так считаю. Ну, организация на наивысшем уровне. Я рад за братьев, которые здесь именно этот серьезное время чемпионат страны нашей взяли провести и достойно провели. Кого-то из борцов можете отметить? Кто-то понравился? Новые имена для вас? Особенно новые имена нету, но к сожалению у нас еще вопрос же участия в чемпионате мира в этом году. И как-то вот такое вот неприятное такое давление, ощущение, чтоб отбора, это же отборочно нужно было. И такого чуть-чуть не хватает. Такого ажиотажа, можно сказать, да? А так, ну, как можно чемпионат мира и чемпионат Европы, чемпионат, другие турниры международные провести без России, сильно без борцовской державы? Это вообще неполноценные чемпионаты будут, и тем более Олимпийские игры. Так что, да, другие это, даже наши братья из Украины, мой тренер оттуда, я там же тренировался, общаемся часто, и они тоже так оценивают, что как, такой, мой тренер говорит, как бессильная Россия, какая конкуренция, какая борьба, какой достойным быть чемпионом мира или Европы. Уже были же прецеденты, когда СССР не участвовал на Олимпиаде? Ну, к сожалению, в Москве не приехали. Американская сторона, та страна, Япония, Германия, к сожалению, и Иран. А потом в Лос-Анджелес мы тоже. Это неправильно. Страдает спортсмен прежде всего. И политика это, которая... Нам не должно быть такого. Это не касается спортсмена. Человек может быть один раз выстрелить, ну, ему пик только в этой Олимпиаде, и он на тебе вот это обидно. Вот это время проходит, спорт быстротечен, спорт молодой, и вот этот осадок, ощущение, что тебе что-то украли, не дали, вот этот, который ты мог заслуженно завоевать, вот это обидно, это вдвойне обидно. За спортсмена я вот, как бывший спортсмен, я это могу сказать. Что пожелаете организаторам? Организаторам, вот братьям Республика Тува, спортсменам, борцам персонально, я хочу, чтобы из них олимпийский чемпион был. Чтобы отсюда подготовили олимпийский чемпион в будущем. Я, честно говоря, при хорошем раскладе, при хорошей тренировке со сборной России, олимпийский чемпион из ТВ моих братьев будет, не сомневаюсь. Спасибо.